Hi, my friends, let's continue this very important course. And the topic is 360 verbs in 9 different tenses. Really, let's continue. The next verb is run. Run, ran, run. Run, ran, run. Let's translate. Он побежал в лес. Он побежал. He ran в лес. To, to the forest. He ran to the forest. He ran to the forest. He ran to the forest. Deny. Отрицать. Deny. Отвергать, отрицать. Он отверг все обвинения. Или он отрицал все обвинения. Он отверг. He denied все обвинения. Вот все, что-то это all, получается the, all the, обвинение, all the accusations. Опять же, для конкретной ситуации, мы говорим all the, all the accusations, accuse, обвинять, accuse, accuse, а вот accusation, accusations, обвинение, да, accusation, обвинение, accusations, it's plural, обвинение, he denied, all the accusations. He denied all the accusations. Win. Выигрывать, побеждать. Win. One. One. Win one one. Win one one. Вопрос. Которая команда побеждает? Которая очень часто есть какой-то ограниченный выбор, мы используем which. Получается which Which commander? which team побеждает имеется сейчас? The, получается present continuous. Is winning. Which team is winning? Which team is winning? Which team is winning? Run, ran, run. He ran to the forest. Deny. He denied all the accusations. Accuse. Win, won, won. Which team is winning? Join. Присоединиться. Вступить. Join. Он вступил в спортивный клуб. Он вступил. He joined в... Join. И здесь мы не переводим как раз в... То есть просто спортивный клуб. Это получается a sports club. A sports club. Вообще, «спорт» — это спорт, да, а sports спортивный клуб. A He joined a sports club. He joined a sports club. Sing – петь. Sing. Sang. Sang. Sing. Sang. Sang. Sing. Sang. Sang. Sing. Sang. Sang. Они пели и танцевали. Если мы хотим сделать именно акцент на длительность, то мы используем Past Continuous. И говорим they were singing и танцевали and dancing. Опять же, американский – dancing. Братанский – dancing. They were singing and dancing. They were singing and dancing. Если просто как факт, там они, получается, попели, потанцевали, можем сказать they sang and danced. Или danced. Но здесь часто, видите, когда мы говорим именно в, таком вот, в такой манере, то есть именно танцевали, пели. Это часто описательная ситуация. We describe it, мы описываем это in the past, and if it's so, если это так, we often, мы часто используем past continuous. We often use past continuous. They were singing and dancing. They were singing and dancing. Supply. Поставлять. Supply. И оттуда supply, поставщик. Supply. Эта страна поставляет нефть и газ. Эта страна поставляет, this country supplies нефть. Это несчисляемое, видите, потом без артикля. Мы говорим oil and gas. Oil and gas. Да, oil – это масло, растительное масло, и oil – также нефть. Низкое значение. Здесь, конечно же, нефть. Oil and gas. This country supplies oil and gas. This country supplies oil and gas. Join. He joined a sports club. Sing sang, sung. They were singing and dancing. Supply. This country supplies oil and gas. Improve. Улучшать. Улучшить. Improve. As you see, it's a long sound. Так, видите, это не просто, видите, краткий звук, а долгий звук. Improve. Improve. Мне нужно улучшить и речь, и грамматику. Но на самом деле, вот, да, дословно звучит, может быть, так. Смотрите, мне нужно улучшить. I need to improve. Вот транскрипция показывает, что это именно, видите, долгий звук. I need to improve и речь, и грамматику. Смотрите, когда вот такой оборот, и, и, они редко используют both. То есть both означает обе эти вещи. Both. Both, и далее мы говорим речь. Но по факту да, дословно да, речь, может быть, это speaking, да, именно в контексте здесь вот именно, как мы говорим, как навык это speaking все-таки, да, и обычно просто-таки не речь, а разговор на английский. Вот по-русски разговор на английский it's two words, это два слова, но по-английски обычно просто говорится speaking, то есть как вариант речь, но по факту это просто разговор на английский. Both speaking. Да видите, здесь видите, получается O oh, both speaking и грамматику and grammar. I need to improve both speaking and grammar. I need to improve both speaking and grammar. Видите, на что делать акцент? Если длительность, то видите need improve speaking. Видите, здесь o, both. И видите, grammar, eh, grammar, I need to improve both speaking and grammar. Spell – это писать по буквам, произносить по буквам. Данный глагол может быть как правильным, так и неправильным. Поначалу используем как раз неправильную форму, и получается spelt. Spell – spelt – spelt, spell, spelt, spelt. Вопрос. Как мы пишем это? Имеется в виду по буквам. Если просто, как мы пишем это, можно спросить, how do we write it? How do we write it? Если именно по буквам, получается, how do we spell it? 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 We spell it? Dislike. Это dislike и глагол не нравится dislike. Мне не понравился этот формат образования. Мне не понравился, можно сказать, I didn't like or I disliked. И давайте по русски мы говорим dislike, «The dislike, но по английски dis s, dislike dislike. I disliked этот формат this format образования of education. I disliked This format of education. I disliked this format of education. I disliked this format of education. Improve. I need to improve both speaking and grammar. Spell, spelt, spelt. How do we spell it? Dislike. I disliked this format of education. I have a question. What's the difference? Between, I disliked, and I didn't like. The answer is that I disliked sounds more formal. Значит, более формальное. Normally, обычно, we say, I didn't like. На же более формальный контекст, it's a more formal context. We can say I disliked. What we see here, I disliked this format of education. Improve. I need to improve both speaking and grammar. Spell, spelt, spelt. How do we spell it? Dislike. I disliked this format of education. Warn. Предупреждать, предостерегать. Warn. Он предупредил нас еще раз. Он предупредил нас. He warned us. Еще раз. One more time. He warned us one more time. He warned us one more time. Я значительно улучшил свой английский благодаря этому курсу. То есть я улучшил свой английский. I improved my English значительно. Significantly. Да, часто significantly в конце, но в принципе разговорная речи отличается и перед глаголом. То есть I significantly improved my English or I improved my English significantly. Благодаря. Благодаря это не просто thanks, а thanks to этому курсу. Thanks to this course. I improved my English significantly thanks to this course. I improved my English significantly thanks to this course. Kiss. Поцеловать. Поцеловаться. Kiss. Он поцеловал ее первым. Он поцеловал ее. He kissed her первым. First. He kissed her first. He kissed her first. Warren. He warned us one more time. I improved my English significantly thanks to this course. Для помощения используем significantly. Даже как вариант можно сказать Considerably, значительно, или также очень сильно greatly, или просто сильно a lot, или как здесь significantly. I improved my English significantly thanks to this course. Shout. Кричать. Кричать на кого-то. Это shout at. Shout at. Она кричала на него очень сердито. Если акцент на длительность, то pass continuous. Она кричала. She was shouting на него at him очень сердито или очень злобно. Это very angrily. She was shouting at him very angrily. She was shouting at him very angrily. Затем он поцеловал ее. Это отдельное предложение. These are separate sentences. They aren't connected with each other. Они не связаны с другом. Затем он поцеловал ее. То есть, затем он, then he, послал ее, then he kissed her. Then he kissed her. Then he kissed her. Influence. Влиять и influence, влияние. Если глагол, то предлог здесь не ставится. То есть, к примеру, for example. Вопрос. Кто повлиял на тебя больше всего? Кто повлиял на тебя? Это будет who influenced you. Who influenced you. То есть, если глагол, то предлога здесь нет. Who influenced you больше всего, most of all. Who influenced you most of all. А если существительное, к примеру, это имело может, огромное влияние на меня, как мы скажем. Тогда мы скажем, именно он будет influence on me. It had a great influence on me и существительное, а глагол не нужно. То есть, if it's a verb, если это глагол, we don't need a preposition here. I mean, after influence. Shout at. She was shouting at him very angrily. Then he kissed her. Influence. Who influenced you most of all? Record. Записывать record. Если существительная запись, то произношение как record. Это британский record, американский record. То есть ударение на первый слог. Если запись. Если именно глагол, то record. record. Я собираюсь записать эту речь. Я собираюсь записать. I'm going to record. I'm going to record эту речь. This speech. I'm going to recode the speech. I'm going to record the speech. Ignore. Игнорировать. Ignore. Мы не можем игнорировать эти вещи. Мы не можем игнорировать. We can't ignore эти вещи. These things. We can't ignore these things. We can't ignore these things. Она отрицает свою вину. Она отрицает. She denies свою вину. Her Guilt, guilt. vina She denies her guilt. She denies her guilt. Record. I am going to record this speech. Ignore. We can't ignore these things. She denies her guilt. Они поставляют эти товары. Они поставляют. They supply товары, these goods. They supply these goods. They goods. Break. Ломать. Даже разбить. Break. Broke. Broken. Break. Broke. Broken. Кто-то разбил окно. Кто-то. По умолчанию используем слово someone. Someone. Разбил окно. Someone broke the window. Someone broke the window. Someone broke the window мне нужно улучшить свои речевые навыки. То есть навыки говорения, навыки спикинга, как еще говорят. Мне нужно улучшить. I need to improve свои речевые навыки. My speaking skills. То есть мои навыки разговорного английского. My speaking skills. I need to improve my speaking skills. I need to improve my speaking skills. They supply these goods. Break, broke, broken. Someone broke the window. I need to improve my speaking skills. Put. Класть, ставить. Put. 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 Put, put, put. Put, put, put. put. Я положил эту книгу на полку. Я положил эту книгу. I put this book на полку, On the shelf. I put this book on the shelf. I put this book on the shelf. Shave. Бриться. Брить. Shave. Он сбрил свои усы. Он сбрил. He shaved свои усы. В принципе, мы можем просто сказать, он сбрил усы, но дословно звучит свои усы. То есть свои. His. И усы будет мастаж. Видите, мастаж. Мастаж. He shaved his mustache. He shaved his mustache. He shaved his mustache. Вопрос. Почему ты так быстро бежишь? Если сейчас, то вопрос в континусе. То есть, почему ты бежишь? Why are you running так быстро? We normally say... То есть, мы обычно говорим run fast. То есть, why are you running так быстро? So fast. Why are you running so fast? Why... Are you running so fast? Why are you running so fast? Вопрос. Какая команда выиграла? Опять же, какая, какой, когда ограниченный выбор, обычно мы используем which. То есть, какая команда? Which team выиграла? Видите, в этой части нет подлежащего, потом просто форма глагола от win one. Which team won? Which team won? Which team won? Put, put, put. I put this book on the shelf. Shave. He shaved his moustache. Why are you running so fast? Which team won? Это событие очень сильно повлияло на меня. Это событие, this event, повлияло на меня, influenced me очень сильно, greatly. This event influenced me greatly. This event influenced me greatly. This event influenced me greatly. Swim. Плавать. Swim. Swam. Swam. Swim. Swam. Swam. Swim. Swam. Swam. Вопрос. Она умеет плавать? Она умеет плавать? Can she swim? Can she swim? Can she swim? Help. Помогать. Help. Это действительно помогло мне улучшить мою речь. Это действительно помогло мне. It really helped me улучшить. Да, видите, здесь можно сказать по-разному. Или to improve, или improve. Это именно особенность глагола help. С help мы можем сказать или с to, или без to. Носители языка часто говорит без to. It really helped me improve my речь. То есть, можно говорить на английский my speaking. Так говорят, я хочу улучшить свой speaking. I learned English speaking. It really helped me improve my speaking. It really helped me improve my speaking. It really helped me improve my speaking. This event influenced me greatly. Swim, swam, swam. Can she swim? Help. It really helped me improve my speaking. Touch. Kosнуться Трогай, touch. Не трогай эти провода. Не трогай. Don't touch эти провода. These wires. Wire. Провод. Wires. Провода. Don't touch these wires. Don't touch these wires. Don't touch these wires. Он коснулся ее руки. Он коснулся. He touched ее руки. Your arm. He touched your arm. He touched your arm. He touched your arm. Concern. Касаться. Concern. Такие вещи касаются каждого из нас. Такие вещи. Such things. Касаются. Concern. Каждого из нас. Each of us. Such things. Concern each of us. Such things. Concern each of us. Touch. Don't touch these wires. He touched your arm concern. Such things concern each of us. Мне не нравится такого рода еда. We can say I don't like or I dislike такого рода еда. This kind of food. I dislike this kind of food. I dislike this kind of food. Develop. Развивать. Develop. Это развивает наши аналитические способности. Это развивает. It Develops наши аналитические our analytical способности abilities abilities it develops our analytical abilities it develops our analytical abilities Я присоединюсь к тебе с большим удовольствием Я присоединюсь к тебе I'll join you Опять же, после join предлог не ставится. We don't need a preposition after join. I'll join you с большим удовольствием. Словно мы говорим с огромным удовольствием with great pleasure. I'll join you with great pleasure. I'll join you with great pleasure. I dislike this kind of food. Develop. It develops our analytical abilities. I'll join you with great pleasure. Он сбрил свою бороду. Он сбрил. He shaved. Да, опять же, можно сказать, он сбрил бороду, но дословно мы говорим свою бороду. He shaved свою. His. И борода будет beard. Beard. He shaved his beard. He shaved his beard. He shaved his beard. Shaved his beard. Его новый проект провалился. Его новый проект His new project пролился failed. His new project failed. His new project failed. Это касается каждого из нас. Это касается it concerns каждого из нас each of us. It concerns each of us. It concerns each of us. Each of us. Мне следует предупредить тебя. Мне следует предупредить. I should warn Tia you I should warn you I should warn you I should warn you he shaved his beard his new project failed. It concerns each of us. I should warn you. Eat yes eat at eaten eat at eaten eat at eaten. мы ели и говорили об этом. Если акцент на длительность, то используем past continuous. Мы ели, we were eaten, и говорили, and talking об этом, about it. В принципе, не обязательно говорить we were eating and we were talking about it. Можно как здесь, we were eating and talking about it. Если просто мы поели и поговорили, то past simple, как факт. We ate, and talked about it. Если именно на длительность акцента то continuous. We were eating and talking about it. We were eating and talking about it. Imagine. Представлять, воображать. Imagine. Он не может представить свою жизнь без этого. Он не может представить. He can't imagine свою жизнь. His life без этого without it. He can't imagine his life without it. He can't imagine his life without it. He can't imagine his life without it. Interest. Интересовать – интерес. Interest. Меня это всегда интересовало, когда я был ребенком. Опять же, здесь можно сказать по-разному. Можно сказать, именно используя глагол interest, то есть это всегда интересовало меня, но опять же, видите, здесь именно когда я был ребенком, it's a distant past. Это отдаленное прошедшее, поэтому здесь именно просто past simple. То есть это всегда интересовало меня. It always interested me. It always interested me. Когда я был, when I was ребенком, when I was a child or when I was a kid. It always interested me when I was a child. It always interested me when I was a child. Вариант, I was always interested in it. I was always interested in it. Or it always interested me when I was a child. It had eaten. We were eating and talking about it. Imagine. He can't imagine his life without it. Interest. It always. interested me when I was a child. Follow. Следовать, последовать. Follow. Он сказал, что он последовал ее совету. Он сказал, что... He said that... Он последовал... Past perfect. That he had followed... Ее совету... Her advice. He said that... He'd followed her advice. He said that he'd followed her advice. Damage. Повреждать. Повреждение. Damage. Большинство людей понимают, что курение может нанести вред нашему здоровью. Большинство людей, most people, понимают, что understand that, most people understand that, курение может, that smoking can нанести вред. То есть используем damage, то есть can damage нашему здоровью. Our health. Видите ли, damage, или дословно сделать вред, можно сказать can do harm to our health. Can do harm to our health or can damage our health. Или как вариант еще can ruin, разрушить. Также can ruin our health или can destroy our health. Тоже возможно can ruin or can destroy or can damage. Нанести вред Most people understand that smoking can damage our health. Follow. He said that he'd followed her advice. Damage. Most people understand. That smoking can damage our health. Они сделали очень интересное предложение, и я не мог отказаться. Итак, сделал предложение, это фраза make an offer. То есть они сделали, they made, очень интересное предложение, a very interesting offer. They made a very interesting offer, и я не мог, and I couldn't, отказаться, refuse. and i couldn't refuse refuse отказываться they made a very interesting offer and i couldn't refuse they made a very interesting offer and i couldn't refuse blow дуть подуть blow blue blown blow blue blown blow blue blown когда мы гуляли, ветер дул очень сильно. Здесь описательная ситуация в прошлом, значит, мы используем past continuous. Когда мы гуляли, when we were walking, ветер дул, the wind was blowing очень сильно, very strongly. When We were woken the wind was blowing very strongly When we were woken the wind was blowing very strongly Leave оставлять уезжать уходить Leave left left Leave left left Он должен был уйти с работы раньше. Должен был – это had to. То есть он должен был. He had to уйти с работы. He had to leave work. Да, видите, уйти с, с, да, уехать из, после leave здесь предлог не ставится в этом контексте. To leave work раньше, earlier. He had to leave work earlier. He had to leave work earlier. They made a very interesting offer and I couldn't refuse. Blow, blew, blown. When we were walking, the wind was blowing very strongly. Leave, left, left. He had to leave work earlier. Трудно представить нашу жизнь без этого в наши дни. Трудно представить это безличное предложение. Начинаем с it. Можем сказать it's difficult to imagine or it's hard to imagine. В нашей жизни our life без этого, without it, в наши дни или в наше время, nowadays. It's difficult to imagine our life without it nowadays. It's difficult to imagine our life without it nowadays. Appear. Появляться, казаться. Appear. Одно значение появляться. Appear. Она появилась на телевидении первый раз. Она появилась. She appeared на телевидении. On television. Или просто кратко. On TV. В первый раз. Фраза for the first time. She appeared on TV for the first time. She appeared on TV for the first time. She appeared on TV for the first time. On the on On he forgot. Kuda Polajil where he had put or where he'd put очки, his glasses. He forgot where he'd put his glasses. He forgot. Where he'd put his glasses? It's difficult to imagine our life without it nowadays. Appear. she appeared on TV for the first time. He forgot where he'd put his glasses. Я боюсь ты написал это неправильно. Я боюсь. I'm afraid. I'm afraid. ты написал это неправильно. В принципе, да, здесь можно сказать, используя форму write, там, you wrote it incorrectly. Или же, в принципе, если именно по буквам, то есть ошибка именно в правописании, то мы используем форму spell. Скажем, используя форму spell, то есть ты написал это, you spelled it неправильно, incorrectly. I'm afraid you spelled it incorrectly. I'm afraid you spelled it incorrectly. Мы уже ушли, к тому времени как она появилась. Видите, к тому времени как, то есть by указывает, что здесь именно pass perfect. Мы же ушли. We had already left or with already left. К тому времени как by the time она появилась. By the time she appeared. We'd already left by the time she appeared. We'd already left by the time she appeared. Он попросил её потанцевать с ним. Он ее. He asked her to dance with him. He asked her to dance with him. He asked her to dance with him. I'm afraid you spelled it incorrectly. We'd already left by the time she appeared. He asked her to dance with him. Afford. Позволить. Afford. Он не может позволить себе купить новую квартиру в настоящее время. Он не может позволить себе. Видите, себе здесь просто никак не переводится. То есть мы просто говорим, то есть он не может позволить. He can't afford купить, to buy новую квартиру, a new apartment. В принципе, если себе можно сказать для себя, то есть for himself, то есть для себя, или просто опять же, то есть позволит себе эта фраза просто afford и просто как раз to и глагол. He can't afford to buy a new apartment. В настоящее время at present he can't afford to buy a new apartment at present. He can't afford to buy a new apartment at present. Новое видео будет записано завтра. Новое видео. A new video будет записано. Will be recorded завтра tomorrow. A new video will be recorded tomorrow. A new video will be recorded tomorrow. Здание было серьезно повреждено. Здание The building. То есть, скажем, было. Дословно как есть серьезно, was seriously повреждено, damaged. Да, видите, здесь, um, опять же, часто говорит именно так, то есть seriously и далее уже damaged, seriously damaged. Ну, как вариант, тоже можно сказать was damaged, seriously, но часто именно так, seriously damaged. The building was seriously damaged. The building was seriously damaged. Afford. He can't afford to buy a new apartment at present. Any video will be recorded tomorrow. The building was seriously damaged. Это всегда меня интересовало. То есть это всегда интересовало. It has always interested. Or it's always interested. Меня, me. It's always interested me. It's always interested me. It's always interested me. Always interested me. Вопрос. Это когда-нибудь интересовало его? То есть это когда-нибудь интересовало? Has it ever interested его him? Has it ever interested him? Has it ever interested him? Has it ever interested him? Это никогда меня не интересовало. То есть это никогда не интересовало. It has never interested or it's never interested меня me. It's never interested me. It's never? Interested me, it's always interested me. Has it ever interested him? It's never interested me. Create, создавать. Create, этот канал был создан два года назад. Этот канал, this channel, был создан, was created два года назад, two years ago. This channel was created two years ago. This channel was created two years ago. Этот канал был создан им. Этот канал. This channel был создан. Was created им by him. This channel was created by him. This channel was created by him. Это приложение было создано один год назад. Это приложение. This app or this application создана, was created 1 год назад. Если просто год назад, мы бы сказали a year ago. 1 назад one year ago. This application was created 1 year ago. This application was created 1 year ago. Create. This channel was created 2 years ago. This channel was created by him. This application was created 1 year ago. Сильный ветер дует весь день. Сильный ветер as strong wind do it весь день. Вот all day всё ещё происходит, указывает на present perfect continuous, поэтому do it has been blowing весь день all day. A strong wind has been blowing all day. A strong wind has been blowing all day. A strong wind has been blowing all day. Солнце светит весь день. Солнце светит. The sun has been shining весь день all day. The sun has been shining all day. The sun has been shining all day. The sun has been shining all day. Shining all day. Сильный ветер подул внезапно. Сильный ветер. A strong wind подул blue Внезапно suddenly. A strong wind blue suddenly. A strong wind blew suddenly. A strong wind has been blowing all day. The sun has been shining all day. A strong wind blew suddenly. Я не могу позволить себе купить это сейчас. Вот фраза Я не могу позволить себе. Это фраза I can't afford. I can't afford. Купить это сейчас. To buy it now. I can't afford to buy it now. I can't afford to buy it now. Я не могу купить это сейчас. Я не могу купить это. I can't buy it сейчас now. I can't buy it now. I can't buy it now. I can't buy it now. Я куплю это завтра. Я куплю это. I'll buy it. Завтра. Tomorrow. I'll buy it tomorrow. I'll buy it tomorrow. I'll buy it tomorrow. I can't afford to buy it now. I can't buy it now. I'll buy it tomorrow. Он всегда помогал мне. Опять же, по умолчанию, всегда, никогда мы используем в контексте, что это верно в настоящее время, потом используем present perfect. Он всегда помогал мне. He's always helped me. He's always helped me. He's always helped me. Он помогает мне весь день. Имеется в виду, что вот начал и все еще сейчас помогает. Он помогает мне. He's been helping me. He's been helping me весь день. All day. He's been helping me all day. He's been helping me all day. Он никогда не помогал своей матери. Он никогда не помогал. He's never helped. He's never helped своей матери. His mother. He's never helped his mother. He's never helped his mother. He's always helped me. He's been helping me all day. He's never helped his mother. Solve. Решить какую-то проблему, задачу. Solve. Эта проблема будет решена скоро эта проблема будет решена. This problem will be solved скоро, soon. This problem will be solved soon. This problem will be solved soon. Эта проблема решена. This problem is solved. Мы ранее как раз говорили про эту ситуацию. Если было бы было сказано «была решена», мы бы сказали «was solved». То есть просто решена. This problem is solved. То же самое там. Это сделано в Китае. Мы говорим it's made in China. Но это было сделано it was made. Еще раз, смотрите. Это сделано в Китае. Мы говорим it's made in China. Или это делается в Китае. It's made in China. Но если это было сделано, тогда уже мы говорим it was. It was made in China. It was made in China. It's made in China. It was made in China. This problem is solved. Эта проблема не была решена. Эта проблема не была. This problem wasn't решена. Solved. This problem wasn't solved. This problem wasn't solved. Solve. This problem will be solved soon. It's made in China. It was made in China. This problem is solved. This problem wasn't solved. Fail, провалить, завалить. Fail. К сожалению, она провалила экзамен. К сожалению, unfortunately or unluckily, unfortunately, она провалила. She failed exam. She failed the exam. То есть фразы сдать экзамен, pass the exam, провалить, fail the exam. Unfortunately. She failed the exam. Unfortunately, she failed the exam. К счастью, она сдала этот экзамен. К счастью, может сказать, fortunately, or luckily, luckily, она сдала, she passed, этот экзамен, she passed this exam. Luckily, she passed this exam. Luckily, she passed this exam. К сожалению, она провалила свой последний экзамен. К сожалению, unfortunately, or unluckily. Unfortunately, Anna Provalila, she failed. Свой последний. Можем сказать her final exam or her last exam. Unfortunately, she failed. He lost exam. Unfortunately, she failed. He lost exam. Fail. Unfortunately, she failed the exam. Luckily, she passed this exam. Unfortunately, she failed. lost exam. Work, работать, работа, work. Я вижу, что ты так усердно работаешь в последнее время. Я вижу, что I see that. А вот последнее время lately указывает на present perfect continuous, то есть uh, ты работаешь. That you've been working. I see that you've been working. Так усердно so hard в последнее время, lately. I see that you've been working so hard lately. I see that you've been working so hard lately. Я вижу, что ты делаешь это весь день. Я вижу, что... I see that ты делаешь это весь день. Имеется в виду... You started doing it some time ago, and you're still doing it. То есть ты начал делать это какое-то время назад, You started doing it some time ago and you are still the sure you're still doing it so the it Present perfect continuous that the dealish that you've been doing it that you've been doing it this day it all day. I see that you've been doing it all day. I see that you've been doing it all day. I see that you've been doing it all day. Work. I see that you've been working so hard lately. I see that you've been doing it all day. Я знаю, что ты готовишься к этому экзамену в течение двух дней. Я знаю, что. I know that. И далее, for today's указывает на present perfect continuous. Что ты готовишься. That you've been preparing. That you've been preparing к этому экзамену for this exam в течение двух дней. For two days. I know that you've been preparing for this exam for two days. I know that you've been preparing for this exam for two days. Вопрос. Во сколько ты обычно уходишь на работу? Во сколько? What time ты обычно уходишь? Do you usually leave на работу? Вот, внимание, если уходить из дома, это «leave home», а если именно куда-то, то предлог «for» – «leave for», то есть «leave for work». Или go to work – идешь на работу, or leave for work. What time do you usually leave for work? What time do you usually leave for work? Вопрос. Во сколько ты обычно просыпаешься? Во сколько? What time ты обычно просыпаешься? Do you usually wake up? What time do you usually wake up? What time do you usually wake up? I know that you've been preparing for this exam for two days. What time do you usually leave for work? What time do you usually wake up? Вопрос. Во сколько ты обычно возвращаешься домой? Во сколько? What time Do you usually? Можно сказать come back or return домой home. What time do you usually return home? What time do you usually return home? What time do you usually return home? Вопрос. Как долго ты живешь в этом городе? Вот как долго how long указывает на present perfect continuous. Как долго? How long ты живешь? How long Have you been living в этом городе? In this city. How long have you been living in this city? В принципе, с how long иногда используется present perfect, но обычно present perfect Continues, поэтому мы по так и делаем. How long have you been living in this city? How long have you been living in this city? Опять же, если мы хотим спросить, к примеру, сколько ты прожил в этом городе? И ты еще в этом городе живешь, можем спросить How long have you lived in this city? Сколько ты прожил в этом городе? Или если же живешь, как здесь, то здесь именно видите present perfect continuous. How long have you been living in this city? Как долго ты работаешь в этой компании? Как долго ты работаешь? How long have you been working? How long have you been working в этой компании? Мы с вами по умолчанию переводим дословно и говорим как есть. То есть в этой компании in this company. Но, конечно, также нередко часто говорят for this company. То есть или for this company. Часто мы встречаем for this company, но иногда можно встретить дословный перевод, но по для простоты переводим дословный перевод, как здесь. How long have you been working in this company? How long have you been working in this company? For this company, то есть not company компании тоже очень часто употребляется или in как здесь дословно. How long have you been working in this company? How long have you been working in this company? What time do you usually return home? How long have you been living in this city? How long have you been working in this company? Вопрос: Как долго ты замужем за ним? Как долго? How long? Видите, здесь фраза to be married. Be ограничение, поэтому используем present perfect. How long? Ты замужем? Have you been married? И за ним, это здесь фраза married to. Married to him. Ловите себе жениться, выйти замуж, говорим marry him. Там her есть и глагол. А если married, married to. Married to. How long have you been married to him? How long have you been married to him? How long have you been married to him? Jump. Прыгнуть. Jump. Мальчик прыгнул в воду. Мальчик. The boy прыгнул. Jumped. И именно в воду, когда, опять же, мы говорим «прыгнуть в воду», часто мы говорят с «into», «jumped into», то есть фраза «jump into the water». Мы говорим «jumped into the water». «The boy jumped into the water». The boy jumped into the water. The boy jumped into the water. Нам также необходимо развивать наши аналитические способности. Как это сказать? Нам также необходимо. Здесь можно сказать по-разному. Как вариант. Нам также нужно. We also need развивать to develop наши аналитические способности. Our analytical abilities. We also need to develop our analytical abilities. We also need to develop our analytical abilities. Или как вариант, необходимо, можно сказать, необходимо для нас. It's also necessary for us to develop our analytical abilities or we also need to develop our analytical abilities. How long have you been married to him? Jump The boy jumped into the water. We also need to develop our analytical abilities. Live. Жить. Live. Они живут в пригороде. Они живут. They live. И в пригороде. Это фраза. In the suburbs. In the suburbs. In the suburbs. В пригороде. They live in the suburbs. Потому что видите, здесь получается пригород. The suburbs. They live in the suburbs. They live in the suburbs. Эти вещи часто игнорируются. Эти вещи. These things часто are often игнорируются. Ignored. These things are often ignored. These things are often ignored. Я сказал ему, что я уже решил эту проблему. Я сказал ему, что... I told him that я уже решил past perfect я решил that I had already solved or that I'd already solved эту проблему this problem I told him that I'd already solved this problem I told him that I'd already solved this problem live. They live in the suburbs. These things are often ignored. I told him that I'd already solved this problem. Hunt. Охотиться. Hunt. Он сказал, что никогда не любил охоту. Но дословно мы говорим, он сказал, что ему никогда не нравилось охотиться. Он сказал, что... He said that... Да, видите, мы уже ранее говорили, что когда мы говорим о хобби, часто мы говорим там «я любил», «люблю», но по факту мы обычно просто используем «like». То есть, он никогда не любил, то есть, ему никогда не нравилось. That he had never liked – охотиться. Используем конструкцию «like doing», получается «liked hunting». Опять же, «love» – это имеет гораздо более сильное значение. И поэтому обычно, опять же, говоря о хобби, мы говорим просто, соответственно, «like» Но есть действительно очень-очень сильно, любви, можно сказать love, но это не так часто используется. И это редко, поэтому используем обычно просто like. Точнее, нравится, любить, говоря talking about our hobbies. He said that he'd never liked hunting. He said that he'd never liked hunting. Точнее, да, hunting также охота или также глагол охотиться, hunt. Hunting охота или Опять же, используя глагол «охотиться», также видите «like», «liked» и глагол с формой «liked hunting». «He said that he'd never liked hunting». «He said that he'd never liked hunting». «Она всегда помогала мне, когда я был в беде». Видите, опять же, «when» — это «it's a distant past», удаленное прошедшее. So «When» мы, мы говорили, мы не употребляем «present perfect», поэтому однозначно здесь просто «past simple». «Она всегда помогала мне». «She always helped me» когда я был, when I was, и в беде, это фраза in trouble, trouble, беда, in trouble, в беде. She always helped me when I was in trouble. She always helped me when I was in trouble. She always helped me when I was in trouble. Я жил в пригороде. Я жил. I lived в пригороде in the suburbs. I lived in the suburbs. I lived in the suburbs. Hunt. He said that he'd never liked hunting. She always helped me when I was in trouble. I lived in the suburbs. Я буду работать завтра в семь. Так, видим уточнение времени, поэтому future continues. Я буду работать. I'll be working. Завтра. Tomorrow. В семь. At seven. I'll be working tomorrow at 7. I'll be working tomorrow at 7. I'll be working tomorrow at 7. Мужчина прыгнул в море. Мужчина the man прыгнул в море. The jump into the sea, то есть jumped into the sea. The man jumped into the sea. The man jumped into the sea. Мы плаваем весь день. Итак, имеется в виду, что мы все еще плаваем, то есть мы плаваем. We've been swimming. We've been swimming весь день. All day. Swimming all day. We've been swimming all day. We've been swimming all day. We've been swimming all day. Я еще не ел. То есть я не ел. I haven't eaten еще yet. I haven't eaten yet. I haven't eaten yet. I haven't eaten yet. I'll be working tomorrow at 7. The man jumped into the sea. We've been swimming all day. I haven't eaten yet. Вопрос: кто создал вселенную? Кто создал? Who created our universe? Если наш мир, мы бы сказали our world. our world, нашу планету, our planet. Если же наша вселенная, our universe, our universe. Who created our universe? Who created our universe? Who created our universe? Он отказался сделать это. Он отказался. He refused сделать это. To do it. He refused to do it. He refused to do it. Я не люблю охотиться. Опять же, по умолчанию говоря о хобби наших, мы используем like. Сейчас я не люблю. I don't like охотиться hunting. На самом деле, dislike звучит реально очень формально, потом просто обычно говорим как раз в конструкции там don't like, там didn't like. То есть dislike, когда реально очень формальный контекст. I don't like hunting. I don't like hunting. Who created our universe? World, planet. He refused to do it. I don't like hunting. Она перестала кричать на него. Она перестала. She stopped. Так, stop doing, потом кричать. Пришла кричать. She stopped. Shouting на него. Shout at. Shouting at him. She stopped shouting at him. She stopped shouting at him. She stopped shouting at him. Shouting at him. Shouting at him. Accusation. Обвинение. Accusation afford, позволить себе, afford, angrily, сердито, злобно, angrily, appear, появиться, казаться, appear, beard, борода, beard, both, оба, both, concern, касаться, concern, deny, отрицать, deny, gas, 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 guilt, вина, guilt, hunt. Охотиться, hunt. Accusation, afford, angrily, appear, beard, both, concern, deny, guess, guilt, hunt. Influence, влияние, влиять, influence. Moustache, усы, moustache. Oil, нефть, растительное масло, oil. Shave, бриться, сбрить, shave, spell. Произносить или писать по буквам. Spell. Strongly. Сильно. Strongly. Suburbs. Пригород. Suburbs. Supply. Поставлять. Supply. Trouble. Беда. Trouble. Universe. Вселенная. Universe. Warn. Предупреждать, предостерегать. Warn. Wire. Провод. Wire. Influence. Mustache. Oil. Shave. Spell. Strongly. Suburbs, supply, trouble, universe, warren, wire. My friends, thank you very much. Let's continue this very important course.